У меня не было другого выбора. Я должен был возглавить совет. Учитель, перед смертью вы взяли с меня клятву, словно вы знали, что ваша смерть уже близко. Даже перед уходом вы предупреждали о тьме, угрожающей нашему миру. Барабаны воинов племен несли вести о надвигающейся войне. Племена снова собирают свои войска, учитель. Но в этот раз с сердцем бездны что-то происходит. Его сила растет. Значит, ты ведешь нас на войну? Глупец! Из-за мелких западных деревень ты хочешь превратить процветающую империю в руины? Я был там, Тратос. Я видел разрушение. Стрелы градом падали на деревню. Они ничего не пощадили. Если мы ничего не сделаем, они нас уничтожат. Мы разделяем твою боль, Городан. Но это не то время. Это не смута. Я поддерживаю лорда Вала. Мы еще не... Война! У нас война! Племена проломили стену Мергату. Наша оборона прорвана, и теперь варвары распространились по всей земле. Они сожгли и разграбили несколько торговых поселений. Это не просто повстанцы. Это хорошо организованная армия, которая сейчас идет на Мергат. Маги Совета, теперь вы видите, что у нас уже идет война. Друзья, лорды, успокойтесь. Мы же маги. Прошу вас, успокойтесь. Выслушайте меня. Мы должны предотвратить вторжение. Нужно выставить армию и сдержать врага. Милорды, ситуация очевидна. С нами развязали войну. Но времена темной смуты не должны повториться. Главное сейчас остановить варваров у замка Мергат. Мы должны отогнать их обратно на поющую равнину. Как, лорд Керан? Как мы это сделаем? Тратос, ты уже забыл? Мы же маги. Я прав? Мы правим империей из обсидиановой пашни. Один из нас должен пойти к Мергат. Я высший лорд Совета Магов. Мой долг — защищать империю. Я сам пойду в Мергат и сделаю то, что должен. Осталось недолго, милорд. Мергат уже близко. Надеюсь, мы не опоздали. Варвары не станут нас ждать, капитан. Мои всем приветствия. Приходится перепроходить, потому что... В прошлый раз было слишком много негативных эмоций. Это наш день. Настал мой черед. Вперед! Связаны они, если что, были... Должен воцариться мир. С целителями. Спойлер, спойлер. У нас наши здесь будут действия говорят за себя. Целители. Не отступать. Мой долг. И с анимацией атаки оборонительных сооружений противника. Потому что до тех пор, пока мы не избавились от всех врагов, было просто, ну, далеко не очевидно, что красные... Полосы, которые ползают по экрану, это не фоновые результаты заклинаний или способностей юнитов, а оборонительные сооружения врагов так отрабатывают по нам. И спокойно вырезают нашу армию. Ну ладно, наши отряды. Настал мой черед. Хорошо.
меня не наши так легко действия убить. Говорят за себя. Сейчас я, может, не слишком злобно звучу, но вот... Изначально негатива было по этому поводу с запасом. Настал мой черед. Что я должен делать? Мы опоздали. Воины варваров наступают на Мергот. Посмотрите на горы, там монастырь. Скрытый от чужих глаз. Огры, милорд, нам их не победить. Нужно обойти их, капитан. В этих местах много подземных пещер, вырытых во времена смуты. Может быть... Ну да, вынужденно молчу, потому что, ну... Все мысли были высказаны в первый раз. Ну вот насчет вот ситуации вот этой вот, вот этих ребят. Вот это вот подземелье. Были даже размышления относительно того, вот, если вот эти вот герои с нами пойдут дальше, почему они не могут эволюционировать? Мой долг — защищать империю. Это наш день. Недоумение, что вот это, оказывается, работает на площадь, потому что здесь хоть написано, вот, допустим, на территории, а здесь не написано. Соответственно, для меня было открытием. Когда вот в первый раз вот надо было идти на этого парня... Была мысль наложить на бойца щит. Меня не так легко убить. А потом раз, а это оказывается массовое. Мой долг защищать империю. Упс. Не это планировалось. А вот это была, ну, привычка, наверное, все же с Варкрафта, потому что там на таб не переключение высот, а где идет смена наш день. Выделения на юнитах. Хотел переключиться на этих ребят, чтобы поражать способность, и вот такая вот фигня вышла. Наши действия говорят за себя. Слушаю вас, милорд. Да. Так, сейчас опять послезнание. Меня не так легко убить. Ненавижу такие моменты. Милорд, к оружию! Мой долг — защищать империю. Настал мой черед. Вы помогли нам. Мы бы не справились в одиночку. Ярость варваров не знает границ. Мы это заметили. Я Альрик Дорей. Очень рад, что мы прибыли вовремя. Правда, мы могли быть здесь еще раньше. Нам сообщали, что совет должен был прислать одного из магов. Мы вышли из Кипа вам навстречу. Мергот осажден. Войска варваров контролируют окрестности. Они напали на нас по дороге. Мы думали, что ваше войско будет больше. Не отчаивайтесь. У меня есть иная сила, чтобы противостоять врагу. Как скажете. Итак, о Мерготе. Вы сказали, что он осажден? Здесь есть тоннели, подземные ходы, ведущие в город. Тогда проведите нас. Скажите, как вас называть? Я Дунхельм, командующий западным войском. Что ж, Дунхельм,
Считайте, что вы связаны узами чести с Советом Магов и служите Норану. Давайте направимся в Мергет. А, ну да. Я исполню любой приказ. Переназначить. Мой меч не знает пощады. Вперед, мой конь! Я достойно встречу врага. Мой долг — защищать Империю. Вперед! Нужно остановить гоблинов. Они могут привести подкрепление. По-моему, они неадекватно быстро откинулись. Потому что в прошлый раз я их просто проигнорировал, потому что я помню, насколько долго они убивались в обычной ситуации, и... они привели подкрепление. С другой стороны, нам все равно надо бы на них напасть, скорее всего, потому что там, по-моему, какие-то ресурсы у них. А, нет, не ресурсы. Не ресурсы. Там целебная руна. Остается вопрос, надо ли нам рисковать. По-хорошему, на самом деле нет. Указаний? Есть. Потому что наша цель — помочь городу. Жду ваших распоряжений. Есть. Ну вот чисто из чувства противоречия. Да, милорд. Настал мой черед. А, забыл про эту фразу. Я готов к битве. Враг не устоит передо мой мной. Мой долг — защищать Империю. Это наш день. Выделим. Хорошо. О, помню эти сундучки. Ну, думал, что здесь засада. Ну, серьезно, просто два сундука и никого. Но нет. Можно было просто подобрать. Не нужно разбегаться. Сомкните ряды. Здесь получилось даже ловушек. Глупо. Потому что он сказал, избегайте ловушек. Я начал выискивать, где здесь на земле ловушки. И даже не сразу понял, что вот это вход в подземелье. Меня не так легко убить. Мой меч не знает пощады. Вперед, воины! Топаем к монастырю. Мой меч готов. Знатный урон. Дунхельм, перед нами выход. Настал мой черед. Мой меч не знает пощады. Мир вам, воины Норрена. Я настоятель этого монастыря. Варвары. Они не осквернили вашу обитель? Это святая земля, маг. Вы ранены. Мои братья позаботятся о вас. Благодарю, ваше преподобие. Мой долг — защищать Империю. Мой меч готов. Вот целители. Не могу не отметить, что вот с ними вот ситуация странная, потому что... они... если, ну, по крайней мере, не знаю, может,
так они и так бы шли. Но вот пока я их держал в отряде с стрелками, они были где-то в тылах. Во имя магии. Ну, условно. Но как только мне пришло в голову их в отдельный отряд выделить, ну, чтобы бойцы, стрелки и целители там где-то на подхвате, и объединить вот в общий вот этот вот, они по какой-то причине начали банально лезть на передовую вместе с этими войсками. Нет, я могу понять почему. Потому что они не могут, в принципе, атаковать. Но у них есть клавиша атаки. И при атаке они идут до точки атаки. А поскольку в момент атаки... Сколько раз я уже сказал атаки? Супер отряда, как его тут назвали. У меня привычка выцеливать вперед, ну, чтобы на врагов они налетали. А не посреди отряда это прожимать. Видимо, по этой причине они тоже шли до упора и становились на передовой. И это, блин, несколько неудобно. Я вот волей-неволей вспоминал Warcraft, где у целителей была слабенькая дистанционная атака, которая позволяла им не лезть на рожон и всегда оставаться условно в тылу. Я слуга Эй. Этих ребят атакой обделили. Ну, я понимаю, типа монахи, обет не носили и все такое. Ну, не знаю, тогда бы отменили им вот эту вот атаку. Хотя тогда бы они через закрик тоже не шли. Я бы жаловался, что они не догоняют. На. Ну, тогда бы поставили им какую-то невидимую псевдоатаку, которая на самом деле нет, но которая бы держала их на дистанции. Сложно придумать что-то. Возможно, поэтому разработчики ничего не придумали по этому поводу. А, да, кстати, очень долго путался, да и сейчас путаюсь, что вот здесь, вот с этой стороны, оказывается, у нас подземелье на карте. Я кликал вот здесь, вот переключал, думал, что здесь надо нажать, чтобы подземелье отобразилось. И, блин, только сейчас понял, что своими этими рассуждениями растягиваю некорректно хронометраж. Потому что все это, по идее, можно было высказать, пока они идут. Неспешно. Плохой знак. Это была единственная дорога к Мергату. Открыт южный проход, но он ведет в деревню Ривас. Ривас находится далеко от Кипа? Не очень, милорд. Но я предполагаю, что варвары уже захватили эту деревню. Я готов к битве. Вот тоже момент, который надо упомянуть. Потому что вот они говорили о том, что типа захвачена там территория и все такое. Первая мысль была, что сейчас поднимаемся, на нас нападают. И, соответственно, бросили щиты. Но нет. Никого. Это наш день. Меня не так легко убить. А, хотя нет, со стрелками они тоже идут вперед. Просто, видимо, до тех пор, пока некого исцелять, они просто идут. А поскольку в начале боя обычно исцелять некого, они оказываются на передовой. Блин, это значит, их надо держать отдельным отрядом, не включать в спецотряд.
и стараться про них не забывать при этом. Это наш день. Ко мне, воины! Нужно всеми силами защитить деревню! Внезапно. Вроде бы раньше он чуть дольше держался. Я исполню любой приказ. Мой меч готов. Настал мой черед. Есть новости из Мергота? Он осажден. Никто не может прорваться через войска кобальдов. Старик, расскажи им, что ты видел. Варвары строят какой-то дьявольский прибор. Он может метать горящие камни, разбивающие стены и разрушающие дома. Осадные машины. Они пришли, Дунхельм, чтобы уничтожить нас. Хорошо, мы докажем, что нас взять непросто. Нужно восстановить деревню. Не позволим диким племенам глумиться над нами. И вот тут мне было неясно, а если у них не было модельки для старика, ну, в смысле, вот этой вот. Почему они просто не сделали сплошную цитату крестьянина? Зачем включать было вот этот вот странный момент? Я живу, чтобы служить. Так. Хорошо. Да. Какова ваша воля? Да. Воля проста. Так. Казарму строишь здесь. Ферму здесь. Я здесь, милорд. Казарму строишь тут. И ферму тут. Так, дерево добывается. На золото определили. Священников максимум. Так, главное не забыть про вот это вот. Готов к работе, милорд. Ну и придется просто подождать. Мы должны строить больше ферм. Да-да. Наверное, по-хорошему надо было одну все же на ферму отправить. Строительство окончено, милорд. Строительство окончено, милорд. Так, сюда, допустим. Я готов к битве. Так, отряд пополнить. Да, один раз. Строить больше ферм. Я слуга Эйи. Это наш день. Меня не так легко убить. Строительство окончено. Кому-то нужно мое исцеление. Есть, конечно, способ, так сказать, не очень корректный. Просто привязать их к вот этому парню. Он самый живучий. Он, насколько помню, должен выжить по миссии. И, соответственно, они будут его с дистанции лечить. Возможно, даже окружающих. Тряхнем, но сами старину. Не полезут прям совсем в упор. Готов к работе, милорд. Да? Исследование окончено, милорд. Я здесь, милорд. У нас недостаточно золота, милорд. А, окей. Когда это закончится? Готов к работе, милорд. Нас атакуют! У нас печаль, беда? Я исполню золота, любой приказ. Я слуга Эйи. Мой меч готов. Так, отлично. Я найду врага. Главное, копейщиков не потерять. Где идет сражение? Потому что они дают нам
скорость атаки. Строительство. Вот этот, кажется. Ну, как мне подсказали. Настал мой черед. Я готов к битве. Вперед, воины! Слушаю вас, милорд. Рассчитывайте на меня. Рассчитывайте на меня. Я несу. А, нет, он же все равно уже мой меч здесь, не знает, так что он пощады. Снимет это выделение. Ладно, в любом случае, он где-то здесь, ускоряет. Главное, случайно его не прошляпить. Я несу свет. Я следую вашей воле. Блин, отвлекся. Я готов назад, к битве. Я слуга. Назад. Эй. Все назад. Меня не так. Мой меч не знает пощады. Исследование окончено. Защищать империю. Я несу свет. Эй, кому-то нужно мое исцеление? Союзников. Это наш день. Настал мой черед. Да е-мое. Ну, еще немного. Мы должны строить больше ферм. Ага, теперь ферм не хватает. Печаль. Какова ваша воля? Наши войска атакованы. Это наш день. Я готов к битве. Мы должны строить больше ферм. Свет, эй. Я живу, чтобы служить. Так, ферма. И да, видимо, башня намекала, что вот эти вот ребята могли на нас нападать. Но мы их разломали раньше. Ну, на самом деле, когда ты вот просто пытаешься исследовать, ты волей-неволей в эту сторону пойдешь смотреть, что происходит. Я несу свет. Я исполню мой любой долг приказ. Защищать империю. Так, давай-давай, достраивай. Я здесь, милорд. Строительство окончено, милорд. Наши войска. Отличная атакованы. Идея. Что я должен делать? Меня не так. Мой меч готов. Кому-то нужно мое исцеление. А, нет, блин, если я привяжу к этому парню, они же будут потом стоять здесь. Под ударом. Тряхнем, старину. Но при наступлении. А, нет. При наступлении тоже может потребоваться отходить. Блин. Я слышу зов союзников. Настал мой черед. Мой долг защищать империю. Строительство окончено. Какова ваша воля? Я несу. Эй. Мой меч не знает пощады. Я слуга. Ладно, Эйи. Ладно. Пока объединим для удобства. А там по ситуации. Я несу свет. Я слуга Эйи. Да е-мое. Мой меч служит вам. Я готов к битве. Мой долг — защищать империю. Кому-то нужно мое исцеление? Меня не так легко убить. Мой меч не знает пощады. Я несу защищать империю. Ну, кстати, не могу. Так сказать, не могу не отметить, что тот факт, что из группы кто-то один только кидает заклинание при выборе, это все же достаточно удобно. Не приходится лишний раз перевыбирать, чтобы распределить. Приближаются враги! Пусть приходят, воины, к оружию!
Меня не так легко убить. Так, спокойно. Да, я готов к битве. Вот сейчас будут дотекать постоянно. К оружию! Не отступать! Так, отходить. Вот, правда, не знаю, у них ресурсы конечные или нет? То есть можно их просто вот так вот истощить? Но есть подозрение, что таки нельзя. Я несу свет. Мой долг — защищать империю. Кому-то нужно мое исцеление? Я исполню любой приказ. Я слуга Эй. Персонаж. Блин. Даже не дают восстановиться, гады. Началась вот эта фигня. Просто срезает только в путь. Слушаю вас, милорд. Хорошо. Есть. Назад. Мой меч готов. Распоряжение. Вот, блин, вот эти язычки, блин, вот серьезно, просто бесят. Потому что когда в первый раз вот на них нападаешь. И вот идешь в наступление. И здесь просто везде понатыкано. И дистанция атаки просто огроменная. Я исполню любой. Мне даже было место, кто нас так легко вырезает. Потому что, ну, враги вроде до такого не были способны. А тут раз и вымираем. А вот нате. Кому-то нужно мое исцеление? Мой меч не знает пощады. Это наш день. Я исполню любой приказ. Вперед, мой конь! Меня не так легко убить. Опять отходим. Да, останавливаться нам просто не дают. Постоянный спам идет. Да, такого. Мой меч готов. Мой меч не знает пощады. Мой долг защищать империю. Я
Я несу свет. Что в ваших распоряжениях? Я слуга Эйи. Мой меч готов. Меня не так легко убить. Мой долг. Кому-то нужно мое исцеление. Я готов к битве. Я достойно встречу врага. Вперед, воины! Я исполню любой приказ. Я достойно встречу врага. Ну куда вы поперлись, блин? Слушаю вас, милорд. Рассчитывайте на меня. Не, просто атака вот этой хреновины, она просто неадекватно велика. Я исполню любой приказ. Это наш день. Я несу свет. Вот мы только подошли, и у нас уже минус один практически боец. Что я должен делать? Эти устройства очень медленны. Но они пригодятся нам, если нужно будет осаждать Мэргот. Я готов к битве. Вперед, мой конь! Не, Лена, ладно. Минус боец. Я уничтожу их. Нас атакуют. Да-да, нас атакуют. Наши войска атакованы. Стал мой чин. Я слуга Эйна. Нас атакуют. Мой меч готов. Что в ваших распоряжениях? Наши войска атакованы. Нас атакуют. Я вижу цель. Я просто не знаю, откуда вот эти вот гады выходят. Просто помню, вот здесь вот было здание, с которого они вываливались. Из чего они еще выходят? Да поди пойми. Кому-то нужно мое исцеление. Мой меч не знает пощады. Мой долг — защищать Империю. Есть! Я вижу цель. Блин, у меня впечатление, что они там тупо спавнятся. То есть, будто их не производят, они тупо спавнятся. Потому что нам, чтобы вот такое вот произвести, потребовалось бы, ну, не знаю, несколько минут. А не так, что мы только уничтожили, а уже вторая волна идет. Я уничтожу их. Я несу свет, как пожелаете. Кому-то нужно мое исцеление. Я готов к битве. Наши войска атакованы. А, кстати, что-то я глуплю. Это наш. Я несу свет. Мой меч готов. Я уничтожу их. Так. Я вижу цель.
Я уничтожу их. Так. Я уничтожу их. Я вижу цель. Я уничтожу их. Нас атакуют. Я вижу цель. И в прошлый раз это было куда более болезненно. Потому что пока мы выяснили, что вот эти вот башни, вот этими вот язычками, которые едва заметны, нам все ломают. Ну, в смысле, избавляются от наших бойцов. Пока мы заметили, что вот катапульта вот здесь, ну, то есть, вот когда просто ведешь камеру, ну, какой-то частокол, ну, есть, нет. Это я случайно на него кликнул, вот в него раз и боец сел. Я такой, чего? А это, кажется, катапульта была. Хотя это, по-моему, требушет. Я несу свет. Меня не так легко убить. Я готов убить. К битве. Мой меч готов. О, у нас элитный копейщик. Наши бойцы бьют на 20% быстрее. Так, все? Всех там? Так, там вражины. Я уничтожу их. Я слуга Эй. Мой долг защищать империю. Где идет сражение? Так, ну ладно. Меня не так легко убить. Кому-то нужно мое исцеление? Наши войска атакованы! А, хотя нет. Вот специально не будем трогать. Надо посмотреть, сколько отсюда выползет. Когда мы это видим. О, один. А, вот, еще толпа. Вот интересно, когда мы будем за этих ребят, так сказать, сражаться, сколько их выползет под нашим командованием при одиночной тренировке? Наверное, уничтожать не обязательно, но будем считать, что это запас на зиму для города. Дополнительно. А, и да, я вроде бы в настройках полазил, подубавил громкость. Будем надеяться, что в этот раз музыка и мордобой не сильно будут меня заглушать. Я готов к битве. Нет, он не в счет. Мой меч готов. Ладно. Это наш день. Давай, ковыляй сюда. Мы прорвались. Бой был очень трудным. Мы сильно рисковали. Ну, на самом деле, да. Когда первый раз заходишь и не понимаешь, что твоих бойцов выкашивает, это, конечно, очень люто бесит. И потери, соответственно, просто неадекватные. Но так или иначе, на этом пока что все.